В составе этого хлеба нет ничего высококалорийного, он получается очень легким, воздушным и очень вкусным. Приготовьте натуральный домашний хлеб сами. Из этого количества продуктов вы получите две большие булки хлеба. Смешайте ингредиенты в определенной последовательности. Дайте тесту подойти, после сформуйте булки, выпекайте их в духовке до готовности. Удачи! Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте продукты для хлеба. Воду подогрейте до 40 градусов. В теплой воде растворите сахар, соль и дрожжи. Всыпьте муку. Замесите не слишком крутое тесто, накройте его чистой и сухой салфеткой, оставьте на 1-5 часа в тепле. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Когда тесто поднимется, обомните его руками. Разделите тесто на две части, сформируйте хлеб. Для красоты можно сделать надрезы, оставьте хлеб в тепле еще на 30 минут, после чего поставьте его в духовку на 40 минут выпекаться при 180 градусах. Хлеб готов, приятного! Вкуснее тем, кто подпишется. Необходимые ингредиенты. Мука пшеничная высшего сорта, 4-5 стакана, вода, 2 стакана, живые дрожжи, 25 грамм, сахар 1 столовая ложка, соль 3 чайных ложки, количество порций 2. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Еще увидимся.